Старается на сколько? Много. Итак, дорогие подписчики, всем привет. Мы снова находимся в гипермаркете «Прогресс». И среди тысячи коллекций спален, которые у нас были, мне запомнилась одна, на которую сейчас действует огромная скидка. Поехали! Это спальня от турецкого, моего любимого производителя мебели Velta. Здесь мы собрали все самое лучшее, что должна содержать классическая спальня. Во-первых, все выполнено в светлых оттенках с темной отделкой, а значит, подобрать обои будет гораздо проще. А также аксессуары к вашей спальне. Здесь шкаф-купе, который сэкономит место не только в самом пространстве, но и тогда, когда вы будете открывать и закрывать шкаф. На самом деле безумно продумано каждое отделение. Сюда мы можем вешать рубашки, и дополнительно у нас есть полка. В иных шкафах просто сделан один единый отдел для верхней одежды, и вы можете вешать туда все, что угодно. Это не всегда практично, так как внизу остается еще очень много места. Но посмотрите, насколько грамотно все сделано здесь. Наши любимые выдвижные ящички. Все очень классно сделано. 22-ю дверь тоже откроем. Так, кстати, насчет дизайна. Необычный декор в виде кисточек добавляет особую такую некую изюминку в интерьер. Но мне очень нравится. Здесь у нас много отделений с полками и то самое отделение для верхней одежды, про которое я говорила. Оно, оказывается, тоже здесь есть, но оно к месту и в нужном объеме. Огромная кровать, две дополнительные прикроватные тумбы, чтобы у каждого из членов семьи было личное пространство. Я считаю, что это необходимо. А также, если некуда складывать постельное белье, верхнюю одежду или еще что-то, здесь есть подъемный механизм. Давайте проверим. Настолько легкий, что с ним справлюсь даже я. И посмотрите, как много места. Самая качественная обивка использована для этой кровати. И, конечно, одна из самых главных деталей для каждой девушки – это туалетный столик. Два интересных зеркала в сочетании со шкафом-купе выглядит просто супер. Единая отделка, как мы видим, и огромное количество самых разных ящиков, куда поместятся все наши мелочи. Итак, теперь самое интересное. Эта спальня стоит 175 тысяч рублей. Друзья, турецкий производитель Velta, он настолько качественный, настолько красиво все сделано. Если вы по отдельности будете приобретать каждую из частей в спальню, поверьте, вы переплатите очень много денег. Спальни Velta выгодные, особенно если на них действует скидка, то это вообще просто чудо и подарок для вас. Старается на сколько? Много. Lullabies, lullabies, they're supposed to be happy. And lullabies.